Всем привет, друзья! Сегодня 19 января, Крещение Господне. Поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам здоровья, самое главное. Мы вышли гулять. Снежок у нас небольшой пошел. Сейчас мы с ребятами погуляем после обеда. Поедем искать прорубь. Попробуем сегодня окунуться. Я несколько лет подряд так делала. В прошлом году у меня не получилось. Вот, поэтому в этом году надо продолжить начатое. Попробуем снять, как это будет. С собой уже ребят не возьмем, потому что там нельзя, наверное, с собаками, ну и потом как-то не до них будет, и надо быстренько это все дело провернуть и домой пить горячий чай. Все, поздоровался. Дель. Ой, хорошо, мам. Пойдемте, Дель. Пойдем, Дель. Ну, идет, побежали. Такие коммуникабельные у нас ребята. Ко всем подходят. Никого не обижают. Хорошо, Дилей. А снег такой прям пушистый пошел. У нас всю неделю показано. Будет снег на всю неделю. Мы очень желаем, чтобы в регионах, где нету снега, наконец-то он пришел, чтобы наши хосятки тоже побегали, поваляли в снегу, потому что, ну, так обидно за них, что вот зима, они там грязь, снега нет. Еще летом будет сухо и весной, а уж зимой-то хотелось бы, чтобы другие хаски тоже испытали это удовольствие. Потому что, ну, прям вот реально это совсем другое настроение у них, когда они в снегу копошатся, кувыркаются. Поэтому давай, снежок, насыпь еще Ирианке, Итану. У Витуси-то есть, наверное, там снег Иркутска-то. Все хорошо зимой. В Тюмени тоже. Так, ну что там мы остановились? Пошли, Ижин! Давай, 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 давай. Я сижу в засаде. Спряталась. Они где-то там. Где-то там. Слышу, гремит Деля своим. Своей погремушкой. Меня не видит. Я особо не бегу. Так, Деля побежала. Ага. Вон Делька идет. Меня не заметили. Здравствуйте! Ку-ку, Деля! Мимо пробежали. Эх ты! Деля заметила, да? Деля знает мои уловки. Деля знает мои уловки.
Если мама не видно на дороге, значит, где-то за деревом. Ты там что делаешь? Тоже роешься? Чудали? Иджик. Что ты там нашла? Я это там нашла. Пойдемте из кустов выходим. Опять колючки наберем тут. Они взяли. Давай, давай. Пока лыжников нету. Немножечко раньше сегодня гуляем, чем обычно. Давай, давай. Ой, снег пошел. Больше и больше. Джин, куда ты нас завел? Куда ты завел? А? Разбойники будем играть? Да? Ты будешь разбойником? Дели любит норки. Сейчас полезет. Иджик, пойдем посмотрим, куда там Дели ушла. Иджин. А где Дели? Не лезь туда. Куда ты полезла? Дели, не лезь туда. Я тоже слазю.
Пошли, пошли отсюда. Дели, выходи. Какой-то там шпингалет на нас лает. Сейчас тебе. Иди сюда, иди. Здрасте. Да они туда тебя не нападают. Фу. Не укусят наши. А ваши-то наши, да, наши укусят. Да. Ух ты, какой злой. Да? С таким мне не страшно ходить в лес. Конечно. Хочу овчарку не завезть. Да. Ай да. Пошли, Дели. Вот мелкие какие. Злые. Иджин сюда. Иджин. Ай да, Дели. Это снег идет, тепло, уже на дороге свежий лежит, пушистый. Так мало людей гуляют в лесу, только если вот с собаками кого-то так вот встретишь. Либо на лыжах, но все равно очень мало. Все в основном идут с детьми в парке, где продаются всякие сладости, кофе. Можно на пони покататься. Выходные не проводят с детьми в таких вот парках. А в лесу практически не гуляют. Вот в нашем лесу еще можно встретить побольше людей, ну, потому что там вот этот экопарк переходит в лес. И там много народу. Туда съезжаются со всего района. Из города тоже, других районов. А вот этот лес, он такой большой. Здесь никого нет. Хорошо. Пойдем, мальчик.